Хаюшки всем, с вами TK. В этом видеоролике я расскажу, как создать аккаунт для игры в Black Desert Online, а также для принятия участия в будущем закрытом бета-тестировании. Для начала нам нужно зайти на сайт игры, ссылка есть в описании к этому видеоролику. Теперь нам нужно нажать кнопку в правом верхнем углу. Нажимаем. И переходим к регистрации. У нас есть два типа регистрации, это по номеру телефона и по почте. По почте проще, потому что номера у меня нет. Нажимаем. Если вы думаете, что можно зарегистрироваться по телефону, конечно, если у вас есть корейский номер, регистрируйтесь. Мой же вариант по почте. В первое поле нам нужно ввести наш email-адрес. Во второе – наш никнейм. Также нужно согласиться с двумя галками о сборе информации. Но это не все. После того, как мы ввели email-адрес, нужно нажать вот эту синюю кнопку. И на почту нам будет отправлено письмо с кодом. И этот код мы будем вводить в вот это вот поле. Письмо пришло, вот он код, копируем, вставляем, жмем синюю кнопку. Все, все успешно прошло, теперь можно ввести никнейм наш. После того, как мы ввели наш никнейм, согласились с двумя галками, нажимаем синюю кнопку. Допустим, у вас логин Вася, @mail.ru. Ваш логин везде будет просто Вася. Это рекомендуемый такой никнейм, вы, конечно, можете поменять, но я на вашем месте бы не менял, так как это будет ассоциироваться с вашим email-адресом, и вам будет этого проще запомнить. Здесь нам нужно ввести наш пароль, а также заполнить капчу. После того, как мы ввели пароль и заполнили капчу, нажимаем опять же синюю кнопку. Все, мы зарегистрировались, и теперь нам предлагают скачать программу, ничего качать не надо, просто ждите письмо на почту о вашем приглашении на закрытом бета-тестировании. Закрытое бета-тестирование планируется весной 2014 года, а на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, играйте только в хорошие игры, всем удачи, пока.